Анюта! Привет, мам! А вы надолго или как? Ты помнишь, что у нас 25-го? Юбилей твоей бабушки. Собирайся, мы едем сейчас же. Ты оставайся здесь, я съезжу быстро к бабушке на юбилей. Я поеду с тобой. Мам, ну я тебе уже 100 раз говорила, что я жду правильного человека. Доброе утро, Олег. А вы женаты? Ну что, сегодня вечером признаем с твоим родителям? Ну нет, давай лучше на юбилей у бабушки. Я все придумала. Мам. Что, мам? Тебе 26 лет. Молодец, знаешь, как быстро проходит? Привет, красавчик. Даша, это полный провал. Здесь мой бывший. Я заметила, как вы с Юрочкой друг на друга смотрите. Кризис в отношениях. Ностальгия по прошлому. Юра? Я где-то молил. Вот, Олег. Ты только смотри, чтобы Олежа твой на фоне Юры не потерял. Смотрите, какой. Очень похож на лисичку, но абсолютно несъедобный. А, не надо. Я должен признаться. Мама, папа. Давай, давай, давай. Олег. Руки. Пойдем со мной в кино. А хочешь в кино? Да ты хоть, но мне все равно. Я могу всю рассрочку вернуть. Квартира есть? Вы что, охренели оба? Это лучший для тебя вариант. Да, жизнь, да. Одни разочарования с тобой.